Добро пожаловать, воины и викинги, в наше прохождение за Нортумбрию, или Денлоу, как она сейчас называется, да? Мы уже малую победу, точнее, быструю победу, как она здесь называется, провели, уже к долгой победе подбираемся потихонечку, и абсолютную, конечно же, также я хочу посмотреть, что там нам покажут и расскажут, кем мы станем уже, да? Если мы уже попали в историю, как говорят нам вот эти вот человечечки на картинках. Так, я готовлюсь к войне с англосаксами. В целом, уже можно нанимать еще дополнительные армии и начинать потихонечку переводить вот этих пацанов. Здесь уже точно можно уводить их. Вот, давай вот сюда морем. Отправишься ты, наверное, вот сюда. Вот так вот плыви, мой друг, плыви. А второй принц тоже должен уже отправляться. Я, в целом у меня тут уже два стека. Хотя один оставлю, да? Один мы планировали оставить. Один я здесь и оставлю. Мы будем наш Ормик, он пойдет воевать. У него войска чуть похуже, конечно. У него не так все благополучно, можно сказать, в плане армии. Но мы ему прокачали ее чуточку, и он хорошо справляется, захватывая, да, деревушки. Для этого мы его и будем использовать дальше. Так, начинаем новые армии. Так, у нас вот здесь, да, скорость пополнения отряда. Отлично. Значит, здесь и начинаем набирать новую армию. У меня есть, кстати, сынок, который неплохой, как губернатор. Его надо будет использовать. У меня недавно один умер, но я думаю, еще кто-то умрет. Однозначно. Оратор. Ну, он такой, да. Горняк, кстати. Производство. А, неплохо. Стоимость содержания пеших стрелков, подчиненная армия. Урон, наносимый пешими стрелками, плюс 10%. Охотничек. Боевой дух отряда в обороне. Ну, это хороший навык, но мы-то будем в атаке. Ну, по содержанию, что мне экономить? Да, давайте вот этого пацана возьмем. Он урон нормально наносит. Он вроде бы еще более-менее верный нам. А, более-менее. Не сказать, что прям вообще верность зашкаливала, но более-менее. Так, берем ему тенов. Берем ему, давай, берсерков. Еще лучников в доспехах. Тенов, мечников. Давай вот так вот мечников. Возьмем даже одного копьеметателя. По идее, это вот все, что у нас есть, да. Изначально у нас все доступно для найма. Единственный вариант, что мы потом апгрейдим кого-то до следующего тира и улучшаем таким образом войска. Так, кого тебе еще взять? Топоры нужны, наверное. Ну, давай вот так вот пока что. В принципе, пару ходов, и ты будешь готов. Еще три отсека есть для найма. Давай данов возьмем. И хускарлов, ярла тебе еще. Вот так. Фулл стек готов для войны. Здесь, на самом деле, такая жесть будет твориться, что... О, тут тоже можно армию нанять, на самом деле. Кандидат появится, не знаю, не факт, на следующий ход, да, далеко не факт, прям вообще не факт. Так, старикашки, ну что вы тут, живы еще, да? Ну, пора уже дорогу молодым. Не, король-то пусть живет, король меня очень устраивает даже. Так, ищем ему жену. Я бы еще образованных нашел. Они скорость исследования прям прокачивают, да? Классно. Жену образованную нашел, и проблемы нету. Никакой вообще. Верность отвергнуть. Верность мне нужна хорошая. Верность мне нужна хорошая. Так, сынок. А я тебя уже пытался на этом ходу найти жену. В прошлой серии, похоже. В прошлой серии мы уже занимались этим. Сносим до конца уже это. По
поселение. Сносим, сносим. Производство, производство. Конец хода. Ведем войска к англосаксам. Получается, у нас 5 таких полноценных армий будет. Орм будет продолжать заниматься захватом деревушек. Может, еще кому-нибудь выделим такую же участь. А, давай, давай, нам нужно здесь порядок подымать. Давай церковь. Церковь, 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 она хорошо поднимает. Море мы, кстати, не так быстро. У меня дороги я прокачивал. Я-то дороги прокачивал. Можно ради интереса орма высадить. Ну тут, блин, опять же высаживать неудобно, да? Вообще неудобно высаживать. Вот сюда только обратно надо было, если. Ну ладно. Давай, шуруй, шуруй. Морем. Вроде бы вы неплохо морем идете. Хорошо идете. Команда в полосатых купальниках. Мы принесем тебе славу! Вот так вот, в принципе, да, быстренько сейчас восполняем потери. Плюс 100 тут очень хорошо амбарчик здоровья дает нам. Прибавочку к восполнению потерь. Так, найти жену тебе. Ууу, разумная. Разумная — это тоже классная девочка, да? Разумная жена. Давайте поддержим ее. Она верность ему прибавляет. Почему бы и нет? Так, сынишка. Обаятельная. Тебе нужна образованная. Вот серьезно. Серьезно, тебе нужна образованная. Давайте посмотрим. Может, еще кому-нибудь сейчас поищем. Вот губернатору поищем. Нет, нифига. Отвергнуть. Может, мы сейчас кого-то здесь разведем. Давайте еще... Вот она, образованная. Люблю я образованных, а. Что еще может быть прекраснее в девушке? А в жене так вообще. Да? Так, известное командование и правление она ему дает. А, ну, правление, на самом деле, я могу у тебя забрать. Я думаю, я тебе, если что, добавлю. Если вдруг у тебя тут убавится... О, может, в сумме у тебя их побольше? Тут, к сожалению, как с влиянием не показано. Чего больше, да? То есть правление и правление. Десятый и десятый уровень. Так, давай тогда тебя разведем. Все, мы тебя разводим. Так, где ты, где ты, где ты? Вот он. А, да, у него упал уровень правления. Но мы его поднимем 5-м уровнем. Все нормально будет. Это у губернаторов не знаю, что качать. Когда им приходит 5-й уровень, и у них уже 10-ка правления, да? Так, отвергнуть ее. Давайте еще посмотрим, кто у нас. В принципе, готов обзавестись новой женой. Давай ты тоже обзаведешься новой женой, а? Вот так вот. Ормик, ормик. Припасы, конечно, тебе... Так, ну верность. Отвергнуть. Понятно, припасы тебе нужны. Я тебя вроде бы как собирался отправлять в далекие земли. Может, и зря развел, но... Тебя я в тыл собирался закидывать. Но если вдруг попадется опять такая же... Вот, допустим, известную. Опять же, можно выгнать ее. Опять же, разводим ее. Главное, чтобы это негативных эффектов нам потом не дал. Ну а что, я им новую, вон, молодых. Предлагают, да? Командование, рвение, правление упадет. Нет, отвергнуть. Мы ищем вообще-то образованных. Они не часто попадаются. Очень редко попадаются. Верное. Порядок. С порядком у меня на самом деле сейчас тоже все тип-топ. Разводим. И что такое? Ай! Политические действия больше нельзя делать. Вы чё? Мне так нравится это. Давай поженимся там. Все вот эти вот движухи, это ж красотища. Вся прелесть этой игры.
Мне после Вархаммера это вообще классно заходит. Да даже после Рима Второго, да, там нету такого особо. Рима Второго. Ватилки есть. Ну, ватилку, как я говорил, я немножко поиграл. Особенно если сравнивать с другими играми серии. Так, естественная смерть. Покинул бренный мир. Очередной подданный. Так, Кнутик. Давай тебе командование, боевой дух. Воитель будешь ты у меня. Настоящий воитель. Потери несем мне боевые тут. Море. Море волнуется раз, море волнуется два. Плывем все в эти земли. Клянись. Так, ты не дотягиваешься еще. Главное, чтобы вы пока плывете, не постарели, да? В Риме вообще во втором, когда сделали... Ну, здесь-то 4 времени года, да? Каждый ход это одно из времен. О, библиотека. Отлично. А когда Рим сделали погоду, то есть... Ну, в смысле, не погоду, а по одному году сделали. То есть каждый ход это год. Вот это была жесть. Это просто... полководцы у меня дохли, даже особо не успевали докачиваться до там, какого-то уровня необходимого, чтобы там... У меня ни одного полководца, по-моему, первое время 10 уровня не было. В принципе, не было. Вот как-то так. Они умирали слишком быстро. Я не успевал никому привязываться. Даже в том же первом Риме, где полгода, насколько я помню, да, длился ход. То есть каждый ход, каждая сдача хода это полгода. По полугодиям было. Так, даже там успевали привязаться, да, к какому-то полководцу. Он становился для нас действительно членом семьи. Он становился каким-то вот другом, за которого мы переживали, волновались, чтобы он выжил. Хотя у меня полководцы на самом деле в Риме, да и в той же Меди даже, они были вот именно такими отрядами для Раша. То есть они у меня всегда были на острие атаки. Да, некоторые умирали. Бывало такое. Так, давайте новую армию, может новый кандидат уже появился. Так, новый кандидат появился. Стоимость содержания конницы уменьшится у тебя. Давай конницу, так конницу. Каждый следующий просто дороже становится, и у него верность чуть маловато. Маловато тебе верности, но мы сейчас с тобой разберемся по этому поводу. Тебе 3 отряда конниц тогда берем. Танов. Вот так вот. Вот. 3. А еще троих, да? Еще троих. Ну давай. Топоры и еще Хускарлов Ярла. Хотя можно кавалерию тебе еще одну. У тебя ж бонус по содержанию. Сейчас заодно проверим. У него содержание 0 обходится, кавалерии. Пустим им кровь. У этого 113 кавалерии, у этого 0. Ну, я так-то задумаюсь по поводу того, чтобы распустить тебе остальных и всю кавалерию нанять. Как-то перспективно ты смотришься в этом деле. Но у него, кстати, восстановление потерь здесь меньше. Здесь, наверное, еще что-то влияет. Еще дополнительные постройки. Так, король здесь на острие атаки. Верность, мы сейчас займемся этим, да. Обязательно мы сейчас обеспечить верность. Верный по неволе. Блин, пытки. Нет, клести. Пытки это жесть. Пытки это не вариант. А он еще и женат, да? А вот, влияние, правление. Молодая жена у него, но она нам не нужна. Развести. Такая жена нам не нужна, она... Для губернатора еще, может быть, подошла бы. Ну и то на влияние он увеличивает. Влияние уменьшает, командование дает, рвение в принципе, да? Нам он как командир нужен.
Нам бы верность ему. Давайте отвергнем. Так, тебя мы женили. Едем дальше. Командование. Воительница. Нет, отвергнуть. Кстати, а у меня же губернатор, по идее, по-моему, умер там. Нет? Или у меня умер кто-то там сейчас, говорили мне. Кто-то-то умер. Вот. Припасы нет. Ормик. Наш воитель. Да ну, блин. Что ж вы? Да что ж... Жен-то хороших нету. Что... Вот! Образованное правление. Поддержим ее, конечно же. Конечно же, ее поддержим, а? Ой, красотища-то. Радость такая. Так, давайте вот этих стариканов тоже будем уже разводить. Ну, а чё? Почему бы и нет? Отвергнуть. И все похоже, да, опять мы выполнили все, что можно. А, губернаторы. Нет, у меня 10 из 10 умер кто-то не из губернаторов у меня. А кто же умер? Кто же? Леофлет. Эофервик, Восточный Трюдинг. А, ну это он в столице, да? Покончил жизнь свою. Тены. Все. Замечательно. Все прекрасно. Плывем. Великая война начнется. Уже скоро. Не исключено, что мне придется западные границы. А вот здесь, да? Укреплять. В плане нанимать тоже экстренно армии, если... Вдруг Уэссекс, или, ну как, англосаксы уже, вот отсюда решат поплыть. Так, очередные мятежнички у меня здесь. Очередные мятежнички. А, давай к столице шуруй. Для тебя есть работа. Это все у нас, как я понимаю, в Ирландии происходит. Это все роскошный. О-о-о. Освальд тут, блин, влияние прокачал опять. Ему понижаешь, понижаешь, а он его прокачивает. Так, ну что, начнем вновь искать жен. Кстати, у меня еще один сын прокачался. Точнее, внук. Правление, коррупция. Отвергнуть. О, я образованная. Скорость исследования. Поддержать ее. Она такая. В два раза даже больше. Старше его, но пока она образованная. Это нас очень радует. Мы... Исследование, скорость, как там сейчас? 180. Это ж мега скорость сейчас будет у нас. Мы сейчас можем вообще быстренько все исследовать. Вообще. Еще если парочку таких найти... Нашим друзьям. Вон, можно. Ну, дочери, они вон, ну, верная, ну. Ну, припа. Можно, кстати, Ормика женить на нашей внучечке. Внебрачной. Опять же, ему организованную дать, если что, да? Как я и планировал. Так, ну, поехали. Поехали искать снова. Отвергнуть. Ну, хоть... Так, ты у нас с женой уже. Так, отвергнуть. А, единственный момент, давайте с сыном, наверное, поговорим. Да что ж такое, внука, точнее, ты будешь пыткам подвергать? У меня так... А, ну нормально уже. Влияние. Сейчас мне 8 будет это влияние. Так, транжирить его.
Так, так, так. Дальше едем. Дальше едем. Вот. Ищем жену. Мудрая. Мудрая, необразованная. Такие нам не нужны. Обаятельная. Ормик, похоже, ты сейчас на моей внучке будешь отжигать. Так, ищем. Да что ж такое отвергнуть? Ну давай, Ормик. Заслужил. Обеспечить. Вот так вот. Ну, он староват, конечно. Но что сделаешь? Зато он нам верен. И все хорошо. Так, есть контакт. Все. Снова на этом ходу мы ничего не можем делать. Снова ничего не можем. Конец хода. Опыт, опыт, опыт. Не прокачал. Ну, армии уже, можно сказать, практически у цели. Плюс две армии наняты, плюс король. В общем, все хорошо. Так, заключен мир. Налет делают эти мерзавцы. Плыви в город. Нам нужно давить это восстание. А, церковь где-то построилась. Еще, да? Церковь. Ну, больше тут особо нечего. Так, особенности. Благодатный. Предвзятый. Освальд, да ты вообще, у тебя сейчас 11 влияния? Нет, 9. Мне казалось, у тебя 8 было на прошлом ходу. Да, у нашего короля он девяточка уже влияние. Растранжирили мы его. Бедолагу. Так, известное командование и правление. Она дает мне отвергнуть. Отвергнуть. Начинаем снова снизу. Вот так вот. Поехали искать. Отвергнуть. Отвергнуть. Ерунда. Хорошие девушки вон в дефиците. Образованные особенно. Ну, в принципе, неплохая, но не для тех целей. Так, Ормика мы уже женили. Ормик себя хорошо показывал. Да что ж такое-то? Они сейчас начнут себе сами жен находить. Это же жесть будет. Там же вряд ли чем-то хорошим закончится. Так, ну может вот этого уже старикана развести тоже. Давай. А, верность она давала плюс один. Тебе припасы нет, отвергнуть. Карл, а тебе жена что дает? А, верность плюс два. В принципе, ну, верность плюс... А, кстати, ты и прокачался. Ты как раз и прокачался. Ну, можно верность качать здесь. Ладно, давай тебе верность вкачаем. А с женой все-таки разведем. Все. Снова у нас закончились очки действия. Писарь, писарь, писарь. Надменная. Смотрите, она еще и минус ему делает. У нее все равно десяточка.
Вообще жестокая у тебя женушка. Так, ну давай верность тебе обеспечим на всякий случай. Лучше так, чем никак. Так, это новенький губернатор. Ему, конечно же, качаем писаря. Он новый, хороший губернатор у нас. Мои воины готовы! Готовы? Это хорошо. В целом, можно здесь еще бумжестек нанять. Как раз вот эти деревушки, да, занимать. Мы будем служить до конца! А наши основные войска будут сразу бить по городам. Сразу по городам, чтобы им неповадно было. Офигеть, тут гарнизон. Этот город так просто не взять. Тут, наверное, придется и короля подключать двумя стеками. А забирать городишко. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Ну, сейчас начнется заварушечка. Так, тебе я тоже уже могу отдать приказ, чтобы ты на землю высаживался. И, наверное, даже Орм дотягивается. Да, даже Орм уже. Все, ходите, друзья мои, ходите. У нас уже и армия чуть расстроилась без битв. Англичане-то вон сидят довольные пока что. Как слоны. Уровень, понятно, одинаковый, но все же. Так, а куда эти плывут? Я надеюсь, они не решили напасть на нас. Армия у них уже равная нам, но у нас есть гарнизон. Давай быстренько расправься с ними. Вот так вот. Красавец. Молодец. Пока порядок, наверное, не наведем, сиди здесь в городе. Уже минус 14. Постройки тут очень жестко отнимают. Давайте разрушим все-таки, действительно. Лучше потом построим аккуратненько. Так, мы по-прежнему, правда, изучаем тут три хода. Нам нужно докачаться до 200, чтобы до 2 сократить исследование. Все регионы, подполководцев. А, ну, давайте, чтобы восстаний не было. Наверное, сейчас пойдем по этой ветке продолжим качаться. Веточка, веточка. Так, теперь с тобой надо еще поговорить. Ты тут, я смотрю, все плаваешь. Возможно, ты с Мидой хочешь сейчас повоевать. Ценю свое время. Не трать его попусту. Оскорбительно, считаешь. Но я тебя услышал. Но не дай бог ты нападешь. В целом я даже войска возвращать не буду. Я найму новые войска, которые будут тебя шатать параллельно, улучшая отношения с Уэссексом. То есть тоже, в принципе, это мы можем себе позволить по финансам. И даже с англичанами тогда особо ссориться не придется. Будем улучшать отношения и улучшать. Так, начинаем снова жен искать. Коррупция, верность. Да что ж такие хреновые жены нам подворачиваются-то, а? Вот верность. Ну, этого... Ну, давай. Тебе дадим верность хотя бы. Хоть что-то хорошее должно ж уже. Хоть должны заканчиваться свадьбой наши движухи. Опять воительница. Так, нет, вот. Жестокая. Что ж тут за женщины у вас в королевстве, а, друзья? Друзья.
Старикашка. Влияние. Нет. У тебя что за жена? Надменная. Ну, у тебя ладно. У тебя надменная пусть остается. Сыну. Внуку, точнее. Муж, если правит. Все. Ждем-с. Можем, конечно, предпринять еще некоторые действия. В этот раз известное. Давайте разведем тоже. Все. Как раз весь лимит израсходовали. Кстати, с англичанами тоже сейчас уровень отношений упал. Уже. Заранее. Да, на миды идет нападать. А тем временем мне еще нужно... Увидеть друга всегда в радость. Разорвать с тобой отношения, дружище. Он, кстати, здесь тоже, да, захватывает уже. Блин, ну нельзя Альфреду давать так развиваться. Нельзя. Я понимаю, что с одной стороны... редко таких друзей тут находишь в тот вар, которые не нападают. Но мы наше расторгаем. Соглашение подошло к концу. Расторгаем. А ну-ка. Если объявить войну. При наличии соглашений. А я думаю, право на проходе тоже будет считаться. Ух ты, ёшкин, ты посмотри, сколько у него союзников. У него миды тоже союзник. Контакт, это понятно. Он... Ой-ой-ой-ой. Канахт. Он-то вот здесь. Здесь этот маленький. Миды. Как ты дожился до этого? Но мы, я думаю... С Дюфличем тогда свой альянчик с Варганем. Так, но что я понял? Что я понял, что на миды мне придется тоже параллельно нападать. Для этого мне нужно собрать еще один стек. В принципе, мы можем тебе сейчас копьеносец. Содержание копейщиков. Ну давай, мы тебе тогда копейщиков побольше дадим. Собирай армию. Собирай, братиш, армию. Еще кавалерию, но у кавалерии у нас хорошая не осталось, может на следующий ход появится. Так, этого распускаем. Этот уже нам не нужен. Еще один стек здесь нужен. Нам придется в миды идти. Нам придется нападать на них. Так, расторгаем и о праве прохода. Говори, не кривя душой. Я слушаю. Думаете, да. Все ходы нам перекрыть? Конечно. Конечно, думаю. Кстати, может с миды и не получится сразу воевать. Если мы предложим Дюфрену вступить в войну. Они вроде бы мирились, а сейчас, я смотрю, снова воюют. Поэтому собратья викинги нам помогут. Мы им, а не нам. Взаимопомощь просто высшего уровня. Так, начинаем с молодых и перспективных. Нет. Угу. Вот. Нет. Ты что, мне одну и ту же предлагаешь? Чья протеже это? Нет. Что ж они все влияния? Когда я сыну хотел влияния прокачать, фиг мне такие попадались. Правление, верность, рвение. Нет, я хочу еще найти. Мне нужно до 200 докачать. Образованную найти.
Кто ж так не прет-то, а? Не прет, так не прет, называется. Нет. Что такое не прет и как с этим бороться? Неприятно. Дюфлин. Кстати, он не смог пойти на миды. Он либо заключил перемирие. Хотя нет. О перемирии тут нету и слова. Пока что о перемирии тут нету больше речи. Прижимистый, щедрый. Качаются, друзья наши, качаются. Ищем жен. Правление. Мелочь, но очень-очень влияет, да, в этой игре. Жены наших губернаторов, наших верных людей. Да не хочу, нет, друзья мои. Кстати, строгая. Такая не часто попадается. Вот полководцам бы я вкачал ее, на самом деле, если бы она попалась. Она верность увеличит, там у них по 4 верности. Но этому нет. Этому нет. И тебе тоже, я думаю, нет. Неплохие, кстати, попались, да? Две последние дамы. Но не тем, кому нужны. Нет. Понятно, что старика нам может, если мы найдем сейчас мудрую, это ненадолго. Рвение, правление, верность. Ну давай, я тебя, наверное, губернатором сделаю в перспективе. Так. Я тебя губернатором в перспективе сделаю. Журнал статистика. Качаем друзей наших. Вот у него жены нету. Мы ему никак не найдем хорошую женушку. Так, ну давай, наверное, вот так вот. Если вдруг начнут делать вторжение в наши земли эти мерзавцы. Здесь как? Нормально. Запасайтесь припасами. Хотя смотрите, они в море. Персонажи у этого 15 и минус 15. То есть он на самом деле может спокойно где-то с моря напасть. У него фуражир прям обеспечивает все. Он может как настоящий викинг пойти и шатать их на чужой земле. Он мятежнички. Но мы уже не можем безнаказанно в земли Уэссекса суваться. Наши враги падут. Ну, мы стянем войска. Как только начнем объявлять войну, мы подведем везде, где надо. Ой-ой-ой, тут гарнизоны, смотрите, местами есть. Очень мощные гарнизоны. По-хорошему бы найти еду у него и уничтожить ее. Прям всю позахватывать. Прям даже сносить, знаете, не просто захватывать, а сносить все под ноль. Даже чтобы, если бы он вернул эти поселения, еды у него намного-намного было меньше. А такой вариант войны должен прокатить. Он обязательно прокатит. Англичане как чувствуют, да, что мы... Ну, мы договоры, конечно, разорвали. Они расстроились. Но в любом случае... Прям чует, что назревает что-то. Назревает что-то большое и мощное. Назревает огромная война. Преступление и наказание. Но у нас было, по-моему, с Кровавым Орлом.
конечно же, судить, что с англичанами мне сейчас нужно. Так, снижение влияния. Давайте, ладно, благословим. Я тебя разведу потом, сейчас прям. Я прям сразу тебя разведу, братан. Так, воитель. У тебя жена вообще золотая. Я не знаю, ты недостоин этой женщине святой. Так, чуть снесем еще тоже. Квартал ученых. Улучшаем еще общественный порядок. Да что ж, ты не можешь припарковаться, что ли? Вот. Уже посимпатичнее. Хотя ты в болотах тут высадился. Потери, говорят, несешь. Вот скорость исследования, кстати. Сейчас мы еще вкачаем. И без жен. 190. Да, отлично. Через 6 ходов, правда, но... Может, жену все-таки найдем. Кому-нибудь. Давайте сверху пойдем, а то снизу нам не особо везет. Ой-ой-ой, сразу смотрите. Конечно же, поддержать ее. Вот достойная невеста. У нас сразу 2 хода, до 200 мы прокачали эту тему. Крутая. Знал бы, что это так весело изначально занимался. Не, ну денег требует вот это все дело. Поэтому сейчас-то я вообще даже не смотрю, сколько это стоит. А поначалу это... Больно бьет по карману. Очень больно. Титрин-тин-тинь. Нет. Ормик. Влияние небольшое. Нет, отвергнуть. Молодые, ну где же вы тут? Вот он, последний. Кандидат. Отвергнуть. А кто тут выбрал неправильную жену? Старикан я видел какой-то. Давайте на всякий случай проверим всех еще раз жен. Прям король лично будет ходить и проверять всех жен. Он старый, но ради государства он готов на это. Вот у нас образованных много. Радует меня это, что много образованных у нас. Так, Ормик, ну тебя проверять смысла нету. У тебя все нормально. Так, мы тебе нашли образованную тоже. Вообще, просто красотка. Так, зачем я смотрю? Не жена. Вот. Благородная. Разводим. Все, погулял на свадьбе. Король. И разводим. Погулял на свадьбе, разводим. Хватит. Какими бы ни были наши чувства... Формальная дружба может быть полезной. А он хочет действительно, да, добрососедства. Доход, кстати, упадет на 2 с лишним тысячи. У меня золота нету. А чего у него есть, а у меня нету? Медь есть, золото, да, железо есть, гончарная соль, мех, серебро, ткань, олово у меня нету. Ну вот, золото и олово. Нет, как братан. Я и думал, до соглашений вы не доросли. Да-да-да, на старость лет мы решили тебя как бы чуть укоротить. На голову сделать пониже. Подготовка к войне уже полным ходом. Так, поврежденные постройки опять вот здесь в болоте у меня поля ломаются. Надежда и опора. Да ты что? Как у нас тут с порядком теперь? Ну, в принципе, минус 4. Терпимо. Сейчас гарнизон прокачается, и церковь подъедет. Уже будет все тип-топ. Уже все будет тип-топ. Так, а где у меня еще одна армия вот здесь была? Ты у нас копейщик. Говорят, хорош. О, как раз кавалерия подъехала. Третья. И я тебе всех копейщиков.
добиваю. Ты такая армия здесь. Чисто пока что сидишь, наблюдаешь. Особо не вмешиваешься. Сильно не вмешиваешься. Сильно не вмешивайся. Постройки очень сильно уменьшают порядок. И тут даже библиотека не спасет. Надо сносить. Надо что-то сносить. Вот стоимость содержания придется здесь. Железо. Один уровень снести. Можно еще амбарчик, кстати, вот этот снести. Вместо него. Давайте. Понятно, что здесь есть усадьба. Но он отнимает порядок, а это нехорошо для нас сейчас. Мы принесем тебе славу! Друзья мои. А у него здесь еда? А ну-ка, да, здесь еда, здесь нет, к сожалению. Но в городах по-любому у него тоже есть продовольствие. Да, производство еды есть, поэтому мы его должны уменьшить. Так, жены. Занимаемся нашим увлекательным делом по поиску жен. Это, как видите, очень хорошо продвигает нашу фракцию в плане исследований. Жены рулят. Так, нет. Воительницы нам не нужны. Да что ж вы уродливых-то тут предлагаете, а? У них же другие... Ладно, если бы она была бы обученная, да, там какая-то образованная. Их. Нехорошо так. Нехорошо так делать. Нехорошо не давать нам жен. Хороших, правильных, нужных. Тех, кто просто бы прекрасно нам помог. В наш... нелегкий час. Естественная смерть. Эофервик. Опять Эофервик. Престарелый. Но он не губернатор. Кто? Кто он? Если он не был губернатором, не был полководцем. У меня таковых был там один-два типочечка. И то их уже нету. Эдгит, я даже такого не помню. Это, наверное, кандидат какой-то. Да нет, вроде бы кандидаты там в свое время все в дело пошли. Так, церковь. Но это, я думаю, нам сейчас не самое главное. Сейчас мы можем начинать уже качать вновь армию. Дальность стрелков. А, давайте кавалерию. Кавалерию сейчас качнем. Вот так вот. И без жены он справился сам. Полководец-воитель. Молодой, перспективный. И вновь ищем жен. Нам до 250 нужно вкачать, чтобы еще ускорить изучение. Да, это рисково. Наших губернаторов, наших полководцев, их могут убить в любой момент. И они не вернутся так прекрасно, как это делается в Вархаммере. Да и в принципе в том же Риме 2 есть полководцы, да? И в Атиле есть такие ребятки, которые возвращаются с того света
их просто так не изведешь. Не везет как-то. Образованные очень редко попадаются. Крайне редко, вот. Реально. Их найти — это большущее счастье. Все, войска подтянуты. Войска готовы. Куда мой союзник плывет, я не знаю. Че он хочет? С какой целью? Я учусь! Учись, учись. Может, чему хорошему наконец-таки научишься. Так, писарь. А это у нас полководец. Воитель, можно тебе верность на самом деле вкачать? А то ты какой-то подозрительный, а жену я тебе найти нормальную не могу. Так, ну давайте последний раз сверху пойдем. В следующий раз опять начнем с молодых. Сейчас с авторитетных пацанов, только авторитет и влияние не надо им качать. И не надо, не надо там такого. Ну, мужики уже несколько сезонов сидят бежон, ну, ребят. Ну, нормальных-то предложите нам. Нормальных, хороших, прям таких жен. Да что ж вы все влияние-то качаете? Сплошное влияние, ничего кроме влияния не хотят качать. Так, а здесь гарнизон как? Здесь, ну, такой... Сойдет гарнизончик. Вот так вот. Все. Похоже. Начинается война. Начинается движуха. Но начнем мы уже ее в следующей серии. Чуть затянулась подготовка. Но она прошла для нас очень хорошо, основательно. На следующий ход... Или на этом же ходу. Нет, наверное, на следующий ход я сейчас подведу чуть войска городам, да, там, чтобы не тратить время. И потом сразу ударим по англосаксам. Хотя надо посмотреть, еще по ходам прошло там время, чтобы нас не считали подлыми какими-то предателями, чтобы все было хорошо. Но на этом на сегодня все. До следующей серии, друзья мои. До следующей войны, потому что она будет великая война. Эта война войдет в историю наших тронов Британии. Всем добра, друзья мои.